Я Немчинов Виктор Васильевич, директор школы номер 25 города Тюмени. 5 лет назад школа приступила к инновационному проекту по формированию естественно-научного мышления как средство становления и развития творческой активной личности. В рамках этого проекта мы стали подбирать социальных партнеров, и одним из таких социальных партнеров стала компания «Шлюмбуржи», в частности, ее программа «СИД». Мы подготовили грантовые документы, и по ним стали 14-м образовательным учреждением в России, которое стало грантоносителем этой замечательной программы. Так мы вошли в этот формат. Данный семинар отличен, как и все семинары, друг от друга. Прежде всего, он был построен по трехдневной схеме, причем в первый день мы полностью вводили детей в проблематику современности, а это экология, энергопроизводство, энергосбережение. И, конечно, нам было интересно посмотреть, как дети сориентируются в новом направлении, в робототехнике. Второе, что мы сделали, мы дали детям инструмент того, как это можно, собственно, реализовать. Поэтому были приглашены специалисты со стороны компании «Шлюмбуржи», которые оказали нам такую интеллектуальную помощь. Третье. Мы позволили детям использовать высокоинтеллектуальные системы. Это матрицы GoGo, которые были использованы для создания, собственно, роботов. Во второй день дети, накопив уже теоретические знания, попытались применить их на практике. А вот третий день был посвящен тому, чтобы свои проекты представить публике и показать их достоинства. То, что такое направление актуально, уместно, корректно, это несомненно. Я думаю, что это то, что стало восполняющим звеном в общей системе образования, но вообще современной России. Второе, что я бы хотел отметить, это все-таки пришло понимание того, что наукоемкие сферы деятельности должны быть все-таки приоритетными. И третье, по перспективам развития, собственно, взаимодействия школы и компании программы СИД, это простройка каких-то альтернативных образовательных систем, которые бы позволили создать, либо полную школу, или школу полного дня, так ее иногда называют, либо школу по более ранней подготовке будущих специалистов в наукоемких сферах деятельности. Я думаю, что среди социальных партнеров у всех есть свои интересы. Если говорить о системе образования школы, это один формат, это подготовка будущих выпускников с очень хорошими данными, которые готовы были бы продолжить свое образование в вузах и стать впоследствии мощными специалистами. Если говорить о системе образования города, то здесь интерес лежит в том, чтобы привлечь одаренных детей и в определенном центре создать среду, где они могли бы общаться, вариться, так сказать, и создавать, в таком формате какие-то инновационные проекты, защищать их, уметь доказывать их необходимость и значимость и функциональность. С точки зрения компании «Шлюмбуржи» интересы, наверное, прежде всего в установлении более тесных партнерских отношений, это первое. И второе, как я вижу, это привлечение или присмотр тех специалистов, которые впоследствии придут, в эту компанию в качестве уже действующих единиц. Актуальность, научность, технологичность и перспективность. Прежде всего, нужно до конца освоить эту технологию и наполнить ее, новым креативом, новым содержанием, и, формами. Но то, что эта форма актуальна и интересна, это несомненно. Но прежде всего своим коллегам мне бы хотелось пожелать не держать одаренных детей в рамках одного образовательного учреждения, а напротив, условно выталкивать их, подталкивать в среду, где они могут подпитаться друг другом своими идеями, мыслями, умениями, совершенствовать, создавать эти новые модели. Кстати, эти же дети потом вернутся в эту же школу, но только уже на другом уровне развития, это однозначно. Если же говорить в целом о пожеланиях и об отношении моем лично к тому, что делает программа СИД,
Я думаю, что очень точно определение, из зернышка вот все-таки вырастет растение. Я надеюсь, что оно будет красивым, гармоничным, функциональным и приносить людям пользу. Слова благодарности всем, кто участвует в программе СИД, прежде всего, конечно, представителям компании «Шлюмбурже», организаторам по России, а может быть, уже и не только по России. Мне очень понравилось и очень импонирует встреча с Майклом, его профессионализм, его желание поделиться своими мыслями, идеями с другими людьми. Ну а самое главное, я бы хотел, чтобы народы дружили между собой и соревновались вот на таких технических плацдармах.